Во Всеукраинском центре болгарской культуры открылась персональная фотовыставка члена фотоклуба «Фотон-2» Владимира Черного «Собака – друг человека». Главные герои фоторабот – одесские собаки, а сама экспозиция посвящена умершему четвероногому питомцу фотохудожника. Профессиональный фотохудожник, член фотоклуба «Фотон-2» Владимир Черный свою пятую персональную выставку «Собака – друг человека» посвятил своей умершей собаке Мэгги. Он считает, что несчастье произошло по вине ветеринара и до сих пор скучает за питомцем. Такая, как была Мэгги, это неповторимая. Я приходил домой, и у меня были какие-то негатив, и она вставала на четвереньках, лежала мне руки, и мне сразу улучшалось настроение. Она давала жизнь мне. Это было что-то необыкновенное. Объектив фотомастера уже запечатлевал одесских котов, городской ландшафт, исторические места, жемчужины у моря. Но своих собак Владимир Черный показывает впервые. В течение 7 лет он снимал собак, у большинства есть хозяева. Но в кадр попали и дворняги, оказавшиеся на улице не по своей вине. За верность и преданность им отплатили человеческой жестокостью. А они так и остались лучшими друзьями человека, которые всегда ждут хозяйского одобрения. Все 70 работ, представленных на выставке «Собака – друг человека», сняты на улицах, пляжах Одессы и области. Собаки – это наш эксклюзив, наша собака, как и кошка в Одессе. Потому что собаки заставляют людей шевелиться. Они заставляют их подниматься утром, выгуливать, заботиться о них. Многие одинокие покупают себе собаку как счастье второе. Тем самым они проливают себе жизнь, благодаря тому, что у них есть собака, есть забота о ком-то. Вполне вероятно, что экспозиция, которую помогали фотохудожнику создавать его коллеги, пробудет у кого-то из посетителей желание взять питомца из приюта. Я помогал Владимиру, потому что техническая сторона, помочь запаковать, помочь развесить, потому что один он с этим не справится, конечно же. Помогли с рамками, чем могли. И потому что выставка очень добрая, выставка очень светлая, потому что животных надо любить, надо им помогать. Может быть, таких каких-то очень глубоких, серьезных работ здесь нету, но здесь есть душа, здесь есть доброта. Возможно, люди посмотрят выставку, и у них появится желание взять питомца. Взять в приюте даже, потому что они все нуждаются в ласке и в хозяевах. Экспозиция «Собака – друг человека» будет работать до 25 августа.